Рад видеть вас на канале Device. Сегодня на обзоре материнская плата от компании Asus, модель Prime Z590V. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Материнские платы Asus серии Prime – это усиленная система питания, возможность организации полноценного охлаждения компонентов и интеллектуальные средства настройки. Сочетая поддержку новейших процессоров Intel Core 10 и 11 поколений с оригинальными инженерными решениями, модель Prime Z590 станет отличным фундаментом для сборки универсального компьютера. Специальный чип оптимизирует энергопотребление компьютера, позволяя достичь существенной экономии электричества. Он поддерживает особый энергосберегающий режим работы, в котором отключается питание от неиспользуемых контроллеров периферийных устройств. Помимо автоматической настройки стабилизатора напряжения DigiPlus, данная материнская плата предоставляет пользователю возможность делать это вручную, чтобы добиться максимально стабильной работы процессора, особенно в режиме разгона. Стабилизатор напряжения, выполненный на базе силовых модулей DRMOS по схеме 10+1, обладает достаточной для новейших процессоров Intel мощностью и эффективностью. Prime Z590 предлагает три слота M2, один из которых поддерживает режим PCI-Express 4.0 с пропускной способностью 64 гигабита в секунду. Установленные в них твердотельные накопители обеспечат ускоренную загрузку операционной системы и приложений. Плата разработана специально для процессоров Intel Core 11 поколения и полностью поддерживает высокоскоростной интерфейс PCI-Express 4.0. С высокопроизводительными компьютерами, как правило, используется большое число периферийных устройств. И данная материнская плата предлагает для них множество портов USB, в том числе стандарта USB 3.2 Gen 2 Type-C. На материнской плате имеется внутренний разъем для подключения сертифицированного компанией Intel адаптера Asus Thunderbolt EX4. Интерфейс Thunderbolt 4 обладает пропускной способностью 40 гигабит в секунду в обоих направлениях, позволяет последовательно подключать несколько устройств, поддерживает вывод видеосигнала на мониторы с разрешением 8К и обеспечивает электропитание мощностью до 100 Вт. Ethernet-контроллеры, разработанные специалистами Intel, славятся своей стабильной и эффективной работой при низком уровне загрузки центрального процессора. На данной плате применяется чип Intel i219V. Задняя панель включает в себя один порт PS2 по одному видеовыходу DisplayPort и HDMI, два порта USB 2.0, три порта USB 3.2, один порт USB 3.2 Type-C, одну LAN-розетку, пять портов аудиоподсистемы и один оптический аудиовыход SPDIF. Восьмиконтактный разъем ProCool подключает 12-вольтную шину блока питания непосредственно к процессору. Благодаря использованию цельных, а не полых контактов, он способен проводить ток большей силы, чем обычно. В системе питания данной материнской платы используются стабилизаторы, защищающие от перепадов напряжения, которые могут возникнуть при использовании блоков питания не самого высокого качества. Для предотвращения перегрузки по току и коротких замыканий на материнской плате используются встроенные предохранители. Они защищают все компоненты устройства, начиная с периферийных разъемов и заканчивая слотами памяти. Чтобы обеспечить стабильную работу компьютера под высокими нагрузками, материнские платы серии Prime Z590 наделены множеством радиаторов и вентиляторных разъемов. На силовых элементах, транзисторах и дросселях находятся два массивных радиатора с термопрокладками. Каждый вентиляторный разъем может быть настроен на регулировку по трем термодатчикам. На каждом разъеме для вентиляторов реализована защита от перегрева и перегрузки по току. Материнская плата умеет автоматически определять тип регулировки подключенного вентилятора, шим или изменение напряжения питания. Плата предлагает гибкие средства управления системой охлаждения компьютера. Они доступны через интерфейс UEFI BIOS и специальную утилиту FanExpert 4. К имеющимся на плате разъемам можно подключить светодиодные ленты и другие компоненты с подсветкой Aura, а затем синхронизировать их визуальные эффекты, чтобы придать еще большую индивидуальность и яркость всему компьютеру. Данная плата предлагает два разъема для подключения светодиодных лент и других устройств с адресуемой подсветкой. Особенностью такой подсветки является то, что программное обеспечение может автоматически адаптировать визуальные эффекты в соответствии с конкретным количеством светодиодов.
Кроме того, разъемы являются обратно совместимыми с ранее выпущенными устройствами, наделенными подсветкой Aura. Технология SafeSlot Core Plus подразумевает усиленное крепление слота PCI-Express к материнской плате с помощью металлических элементов из нержавеющей стали. Это обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к деформации при установке и извлечении массивных плат расширения. Разъем проводной сети на материнских платах Asus оснащается специальной электрозащитой LanGuard, которая обеспечивает максимально стабильную передачу сигнала. Задняя панель материнки изготавливается из нержавеющей стали, покрытой тонким слоем оксида хрома, который обладает антикоррозийными свойствами. Благодаря этому она может похвастать долгим сроком службы. Приложение Armory Crate представляет собой единый центр управления продуктами Asus. В его интуитивно понятном интерфейсе представлены различные настройки, связанные с аппаратными параметрами. Кроме того, здесь имеются специальные разделы для просмотра новостей от Asus и регистрации купленных устройств. Пользователь получает полный контроль над работой вентиляторов с помощью утилиты Fan Expert. В режиме автоматической настройки все параметры работы системы охлаждения настраиваются одним щелчком мыши. Кроме того, утилита Fan Expert позволяет отслеживать температуру совместимых видеокарт Asus и использовать ее в качестве базиса для регулировки системных вентиляторов. Отзывов, достойных упоминания на эту материнку, я не нашел вообще, поэтому если вы уже обладатель этой материнки, в комментарии к видео напишите свои ощущения о ней. А в описании, напоминаю, я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. Спасибо за просмотр, буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи в следующих обзорах, подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Device, скоро увидимся.